выросли беззубой нацией. Мы интеллигентные, с высшим образованием. Мы умеем рисовать красивые плакаты и собирать неплохие букеты. А сейчас нужно научиться, наверное, и понять, изучив историю всю ту же, которую мы так любим, что под лицам цветами по щекам не нахлещешь. И когда мы учим своих детей не давать сдачи, и что насилие — это плохо, и ни в коем случае не делись, нет, неправда, к сожалению, как только право и законы падают, остается просто живая сила. Кто сильнее? И я вот хочу призвать всех белорусов становиться сильнее. У нас есть кружки самообороны, в конце концов, бокса, я не знаю, всего что угодно. Не отдавайте свою жизнь такой легкой ценой. Если уж умирать, так захватить с собой подлеца. Если уж сидеть 7 лет, как за убийство, так не за то, что ты цветочки на дороге кинул, а за то, что ты реально совершил что-то на 7 лет. И вот я изгнана из страны, не могу туда вернуться, просто потому что ходила по улицам. А я очень жалею, что я под платьем не держала гранату и теперь не сижу спокойно, что я вот пальнула гранату, я теперь сижу в чужой стране и не могу вернуться. Ну так понятно, по адекватным причинам. В общем, растите зубы, дорогие белорусы, они нам еще очень пригодятся.